Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить блинный торт с бананами. Тортик получается очень нежным, вкусным, мягким, как будто облако воздушным. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. Пусть масляная неделя для вас будет счастливой, радостной и приносит вам только праздничное настроение. Готовьте вместе со мной. Для блинов нам нужны будут следующие продукты. 1 банан, 4 яйца, 100 граммов муки, 40 грамм сахара, 250 миллилитров молока, щепотка соли, 30 грамм растопленного сливочного масла, сода на кончике ножа и щепотка ванилина. Я замешиваю тесто с помощью погружного блендера. Но для начала нам нужно нарезать банан на кусочки. И пюрировать. К банану добавляем 4 яйца. И снова все это перебиваем. К яйцам добавляем сахар. Добавляем щепотку ванилина и щепотку соли. И снова все это перемешиваем. Теперь в тесто добавляем муку. Я сразу добавляю все. И снова размешиваю. Тесто, смотрите, у нас однородное за счет того, что мы взбивали погружным блендером, без комочков. Теперь по чуть-чуть добавляем молочко в 3 этапа и все перемешиваем. Очень удобно, быстро и просто. В конце добавляем щепотку соды, совсем немного, так наши блины будут вкуснее. Еще раз все хорошо перемешали. Тесто на блины готово. Теперь ставим его в холодильник на 1 час. Достали тесто с холодильника. Хорошо его перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло. 30 граммов. Еще раз хорошо размешиваем. И приступаем к жарке блинов. Блинную сковороду поставили на огонь, разогрели. Я слегка смазала растительным рафинированным маслом. Первый раз всегда нужно смазывать сковороду. Перемешиваем еще раз тесто. Теперь выливаем тесто на сковороду. И жарим блины. Смотрите, какие пузырчатые блины. Теперь беру нож, по краю провожу вот сковороду ножом. Тесто очень нежное, мягкое. Перевернули. Беру тарелочку, на которую буду выкладывать блин. И буквально 30-40 секунд с обратной стороны поджариваем блин. Вот. Берем тарелку, опля, и блин перевернули. Нежный, очень мягкий. Эти блины очень вкусные, с банановым вкусом. Пахнут ванилью. Плюс еще мы приготовим замечательный вкусный крем. Тортик будет обалденным. Так. По краю ножом прохожу. Теперь берем. Опля. И переворачиваем. Мне очень нравится жарить блины. С них можно приготовить различные десерты. И даже я готовила
роллы с блинов. Очень вкусно получается. Можно сделать и сладкую, и соленую начинку. Увидите в этом видео, как можно сделать из блинов тортик. Все получается очень вкусно. С обратной стороны очень быстро жарятся. Просто берем и переворачиваем вот на тарелку. И продолжаем жарить остальные блины также. Блинов нажарили. Сами по себе блины очень вкусные, поэтому можно, если вы не хотите собирать все это в торт, можно просто кушать блины со сгущенным молоком, с вареньем или просто так. Они очень вкусные и ароматные. Теперь нам нужно сделать крем для торта. Для него нам понадобятся следующие продукты. 1 спелый банан, 100 граммов сахара, 50 граммов сметаны, я брала с жирностью 21%, и 400 граммов мягкого творога, крем сыра. Я беру крем сыр Хохланд, мне он очень нравится, по цене он доступный. Его можно заменить сыром Филадельфия и, конечно же, маскарпоне. Но это уже другая ценовая категория. Крем мы будем готовить тоже с помощью погружного блендера. Сначала мы бананчик режем на кусочки. Как я вам повторяла, берите спелые бананы. Они очень ароматные и вкусные. Пюрируем банан. К банану мы добавляем сахар. Количество сахара вы регулируете на свой вкус. Теперь к сахару мы добавляем сметану. Перемешиваем все хорошо. И последний ингредиент — это крем-сыр. Блины я вынесла на балкон, пусть хорошо остынут. Блины должны быть холодными. Перемешиваем хорошо массу. И добавляем еще пачку сыра. Крем будет в меру сладкий, не приторный. Тортик будет очень вкусным. И все хорошо перемешиваем. Слишком долго крем не взбиваем, чтобы он у нас не был жидким. Смотрите, вот такой густоты у нас получается бананово-сырно-сметанный крем. Пока блины остывали на балконе, крем я поставила в холодильник. Вот. А теперь просто перемазываем блины кремом, складываем один на другой. Слишком до края не накладываем крем. Крем в меру сладкий, очень вкусный. Блины пробовала, тоже очень вкусные. С банановым все вкусом, ванильным ароматом. Тортик я приготовила буквально этот за час с кремом, с оформлением. Я думаю, в час мы вложимся. Слишком много крема тоже не нужно накладывать на блины. Он потом у нас просто при разрезании будет много вылазить его с тортика. Он еще впитается немножко в блины. Масленицу встречаем достойно. Надеюсь, вам рецепт понравился. И вы с радостью и удовольствием побалуете свою семью вкусным блинным тортиком. Украсить блинный торт можно по-разному. Например, свежими фруктами, если это лето. Можно украсить тертым шоколадом. Я сегодня буду украшать, вот у меня рисовые шарики, сухие завтраки, и рисовые шарики в глазури. То есть как-то буду комбинировать это украшение по кругу. Будем выкладывать, чередуя шоколадный, белый. Можно украсить листиками мяты. Это уже на ваше усмотрение, на ваш вкус. Мой сын просто обожает кушать эти рисовые шарики. Он будет рад до двойне, когда я ему подам такой десерт. Вот мы и приготовили вкусный и красивый блинный торт с бананом. Тортик просто объедение. Готовьте с любовью, кушайте в удовольствие. Приятного вам аппетита! Блинный тортик в разрезе с банановым вкусом,
ванильным ароматом и очень нежным кремом. Порадуйте свою семью и приготовьте этот вкусный блинный торт. Они будут в восторге. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!